из самых главных способов поддержания себя в нужной форме. Да, о борьбе с неизвестностью можно назвать. А что, неужели существует проблема у тебя или у группы, проблема борьбы с неизвестностью? Все-таки сектор газа довольно популярный. Нет, это в общем, потому что самое страшное, мне кажется, неизвестность. Это то, чего человек не знает. Ну, так же вот, как он боится в темноте, чего-то не знаешь, это почему-то страшно. Кстати, и песня «Туман» практически об этом. А с какого страха вы назвались сектором газа? Ты, может, расскажешь? Ну, это чисто экологическое название, также борьба с экологией. Сектор газа – это район, где все дымит. Ах, вон оно что! Газа! Газа, да. А вот еще в Петербурге, в бывшем Ленинграде, есть дворец культуры имени Газа. Ты представляешь себе? Да, это честь нас. Так нет, это был революционерный товарищ. Революционный. Так мы тоже не молодые. Да, молодые капитаны поведут наш караван. И тем не менее, поскольку борьба, как правило, знаешь, вот люди идут на войну и поют веселые песни, да? А потом уже приходит осмысление. Давай все-таки начнем с чего-нибудь такого жизнеутверждающего, да. О борьбе с женским полом. Тоже серьезно. Ну что, погнали? Поехали. Эй, заодно повыходи скорей на двор. Я специально для тебя гитару прибер. Я сыграю для тебя на аккордах на блатных. Ну а коли не выйдешь ты, то получишь подых возле дома твоего. Возле дома твоего. Возле дома твоего. Возле дома твоего. Эй, подруга, выходи-ка на крыльцо и не слушай ругань матерную матери с отцом. Я тебя аккуратно к сеновалу отнесу. Ну а коль не выйдешь ты, все заборы загрызу. Нафиг возле дома твоего. Возле дома твоего. Возле дома твоего. Возле дома твоего. Эй, залетка, выходи послушать рок. Я специально для тебя сектор газа приволок. Ну а коль не выйдешь ты, то учти ядрёна медь. На весь скутер под гитару песни матом буду петь. Возле дома твоего. 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 Ну что ж, аплодируют не только зрители в зале, не только те, кто включили нашу программу с самого начала, но и проснувшиеся люди, которые проснулись от угроз Юры Глинских о том, что он будет петь возле их дома песни материнского содержания. Да, ну, я по ночам сам не сплю и другим не дам. Правильно, действительно. Вспоминайте известные... Ведь дело в том, что в любом творчестве важно, какие корни используются. И я тут вижу здесь народные корни. Мимо тетиного дома я без шуток не хожу. Вот да. Это вспоминается. Вообще, на самом деле, действительно, время разбрасывать, Степа, время собирать его. Но поскольку, вот ты сказал о том, что в каждом возрасте есть место разным, как бы, кредо, то как давно вы начали писать серьезные вещи? Серьезно? Да практически с самого начала. Да. Это где-то просто... 10 лет назад. Ну просто упор делался как бы на...
Ну, просто когда я стал стебаться, это было более веселее и более понравилось людям. Поэтому я стал стебаться, но потом все равно с возрастом приходит что-то серьезное, хочется что-то показать серьезное, поддать. Скажи, пожалуйста, а вот в чем, наверное, вот с чем больше всего ты боролся в жизни? Я понимаю, как артист, который взбирается по карьерной лестнице, он борется с неизвестностью себя, как бы. А с чем еще борется, скажем, Юрий Клинский конкретно? Ну, я боролся практически с тем, с кем борются все люди. Только по-бытовому. Но это... Тоже как Галанин таракан? Да, с насекомыми, которые любят жить на детородных органах. Потом с венерическими болезнями, с алкоголизмом, с наркотой. И так далее, и тому подобное. То есть, если бы сейчас мы были бы в прямом эфире во времена застоя, то я бы, как ведущий, обязан был бы сказать, что своими песнями Юрий Клинских боролся со всеми пороками империализма. Потому что у нас этих пороков не существует. Но поскольку мы находимся в другом времени, в другом режиме и в другом эфире, я не буду этого говорить. Я просто-напросто скажу, что подтверждением тому, что Юрий Клинских поборол все, о чем он говорил, и стал серьезнее и мудрее с возрастом, давайте посмотрим клип, который называется «Туман». Спасибо, спасибо, Юрий. У нас в гостях был Юрий Клинских.